Хочу поделиться своим отзывом о обучении МИО. И в первую очередь, что мне это дало, да? Знания. Конечно, непосредственно знания, когда ты знаешь, что и как работает, и видя тот или иной курс, ту или иную информацию, которую дают в интернете, на YouTube, ты понимаешь, где есть действительность, а где... Это лучше не повторять, да? Назовем это так. Вот, конечно, возможность улучшаться самой без какой-либо посторонней помощи и помогать улучшаться другим, да, делиться своими знаниями. Все родственники теперь обращаются, подружки, друзья, спрашивают совета, и это очень ценно, да, когда именно к тебе обращаются, они спрашивают, вот там, ты у кого-то занималась, подскажи мне. Также, насколько доступно и понятно дается информация на курсе, что там фактически тебе разжевали, положили, а тебе осталось только проглотить. Далее возможность, конечно, работать в онлайне, работать на себя и развиваться, да, при этом не имея какого-то графика, да, работая на кого-то, что ты знаешь, там, что тебе там с 10 до 10, там, допустим, нужно где-то присутствовать, ты можешь развиваться самостоятельно, да, и ты понимаешь, что ты помогаешь. Ты понимаешь, что ты видишь проблемы людей, и ты можешь это решить. Самое важное, что в обучении не даются просто упражнения, говорятся вот эти упражнения для этого и для этого, вы их запоминаете и выполняете. Нет, здесь рассказывают, как именно работает та или иная мышца, чтобы в дальнейшем была возможность самостоятельно составлять какие-то упражнения, да, и то же самое понимать, это упражнение реально работает так или нет. Также это огромная возможность давать знания своим детям, да, потому что сейчас эра телефона, интернета, и мы все видим, да, насколько меняются у людей осанки. И мы можем уже в раннем возрасте, да, пока ребенок еще не сформировался, направить его в правильное положение, скажем так. Вот, обратить на какие-то изменения уже в раннем возрасте и не допустить, да, какого-то скрюченного и потом положения, чтобы ребенок мучился в дальнейшем. Я очень благодарна Ирине за такой курс и ее команде, потому что он правда составлен грамотно, простыми словами и последовательно. Вот, и благодаря этому я изменила свои привычки, благодаря этому я изменила свою осанку. И, в принципе, да, изменила, можно сказать, свою жизнь, потому что я теперь работаю, помогаю, развиваюсь на себя.